В Центральном парке Люберец прошла благотворительная акция в поддержку бездомных животных. На этот раз ее приурочили к Всемирному дню защиты животных. Подробнее у моих коллег. Главная цель мероприятия – помочь приютам, в которых содержатся кошки и собаки. Евгений и Елизавета в таких благотворительных акциях участвуют каждый год. Любовь к животным. Любовь к тем, у кого нет любви от нас, взрослых. Которые преданы человеку. Да. В парке работают волонтеры. Они помогают жителям донести их гостинцы для кошек и собак до места отправки. Анастасию Митюхину ежедневно окружают сотни четвероногих, а дома ждут 4 любимых собаки. Одну из них Настя взяла из приюта. Живут в вольере, их зимой не одевают, хотя собаки с такой шерстью, они не могут зимой жить без куртки. Сначала у нас появился один французский бульдог, беленький, но ему было очень скучно дома одному сидеть, и мы решили взять еще одного из приюта. Породистых собак в приютах мало, в основном метисы и дворняжки, но они тоже ждут своего хозяина, и он обязательно найдется. Ради этого и проводят такие благотворительные акции, в рамках которых жители могут забрать к себе домой питомца или поддержать приют. Приносят корм для собак, для кошек, кто-то приносит миски, теплые пледы. А еще приносят лекарства, которые тоже необходимы. В рамках акции жители не только могли познакомиться с подопечными приютов, но и увидели показательное выступление четвероногих, которых тренируют в кинологическом клубе «Новый легион». А самые маленькие люберчане поучаствовали в мастер-классах. А теперь надуваем шарики и делаем из них животных. Весь корм, а собрали более 200 килограммов, и лекарственные препараты доставят в приюты для животных, расположенные в Московском регионе, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Гуманитарную помощь жителям новых регионов России и их четвероногим друзьям может передать каждый. Пункт сбора находится в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» по адресу город Люберцы, улица Кирова, дом 22. Берегите животных! Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.